Приветствую, друзья, на нашей международной платформе решения глобальных проблем человека и человечества. Вчера с таким удовольствием смотрел в интернете, как доцент Института международных отношений говорил о том, что как важно сегодня собирать нормальных людей, ну, в кавычках я говорю, нормальных людей, творческих, живых, которые... Интеллигентный, я так понял. Интеллигентность – это что такое? Это когда способность понимать другого человека, спокойно, конструктивно дискутировать, потому что живое. Нам всем нужно вот это живое, чтобы сохранить разум на планете. Сейчас вот если посмотреть сверху на планету, ну сколько разобщений, кризисы идут, и войны идут, и каждому человеку хочется реализовать себя. У нас мегапроект, куда мы приглашаем. Смотрю, и бизнесмены выступают, и журналисты, и писатели, и художники, и спортсмены, и штангисты, и шахматисты. Мы всех приглашаем, и благотворителей приглашаем, и волонтеров приглашаем. Потому что я понял, что у нас все есть. Каждый из себя представляет Творца, каждый имеет какую-то определенную область деятельности. А здесь, на этом мегапроекте, мы сделаем все это вместе. А это будет новый синергетический эффект, совершенно новый. И вот эти новые технологии, новые методики, которые мы здесь дадим. И вот на этом международном форуме, который... Вот декларируем, будет проходить каждый год. Приглашаем самых популярных людей, которые известны в своих странах, в своих городах. Вот был бы сейчас Эйнштейн, пригласили бы Эйнштейна. Мухаммед Али, пригласили бы и Мухаммед Али. Разные люди, которые хотят сократить кризисы и войны, хотят, чтобы в человеке развивалось человеческое. Трудно сегодня быть человеком. Потому что, с одной стороны, человек, например, творческий, вот я, например, художник, вот как из космоса рождаются цветы, и писатель. И много таких людей, которые не только занимаются чем-то, но и хотят, живут этим, думают о том, чтобы как бы нам соединиться. И вот на нашей платформе мегапроект соединить нас всех, которые хотят, чтобы... Человек был человеком, чтобы каждый нашел свое место. И бизнесмены, и благотворители приглашаем вас, и волонтеров приглашаем, и журналистов приглашаем. И мы также проводим еще регулярные курсы, школу под флагом «Человек будущего», «Homo Futurus». В каждом из нас человек будущего. И наша задача – открывать себя. А вместе мы все это сделаем лучше. Приглашаю вас, друзья. Мы создадим образ будущего и сохраним разум на планете.